Этот раз я не мучилась сомнениями, уж не знаю, хорошо это или плохо, потому что у меня в голове была моя мечта спеть именно эту песню, именно с акапелла «Экспресс». Я немножко постою у зеркала, не больше часа. В этом мире все так сыпко, о боже мой, все 50-50. Я не знаю, что и как бы не было, не поддаваться нигде, никто, ничем. Чуть-чуть распалилась где-то там в области сердца. Эта лирия прошита золотом, покрыта красным. Нигде, никто, ничем, никак. Не хочу теряться в сам мнения, выбирать один из ста вариантов. Все они прекрасны, лучшие друзья девушек — это бриллианты. 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 Girls, best friends, yeah! Конкурса в Австрии группа Акапелла Экспресс и, конечно, Наталья Подольская. Вы посмотрите на счастливое лицо Константина Меладзе. Уж кто-кто, а уж он не ожидал, что с его песней это сделают. Тем более Подольской было сложно, ведь чисто физически она одна треть группы Виагра, а с ними очень сложно вообще сравниться. Ну, откровенно говоря, я даже вспотел, честно говоря. Мне кажется, что то, что столько сил было потрачено вот так, чтобы сделать песню вот в таком виде, это настолько трогательно и настолько для меня неожиданно, что мне кажется, что это блестяще. Наташе спасибо огромное. Спасибо вам. Огромное спасибо. Это
была моя мечта когда-нибудь сделать такой акапельный номер, и вот Акапелла Экспресс мне помогли. Эвелина, скажите, пожалуйста, а с чем связаны ваши раздумья над оценкой? Я прошу прощения, я заслушалась. Я бы даже сказала, засмотрелась. Я всегда знала, что туфли телесного цвета зрительно удлиняют ноги, но не думала, что до такой степени. И правда? Как вы все замечаете, Эвелина? Виктор, все равно все судьи уже оценки поставили. Что бы вы им могли сказать, так сказать, на ход руки? Это вообще мое любимое жюри, поэтому о жюри ни слова. Понимаете, вот элемента цыганочки не было в этой песне, конечно. Честно хочу сказать, замечательная песня. И я так рад, что мы прикоснулись, наконец, к творчеству Меладзе. Сегодня у всех есть такая возможность. И очень приятно, что ему это понравилось. Спасибо большое. Внимание на экран. Оценки жюри для Натальи Подольской. Опа-па! Точно нет эффекта цыганочки. Смотри, как воду глядел Дробыш, а? Евгений, с такими дебютами мы далеко не уедем. Могу объяснить, потому что когда ты берешь в бэкстейдж такую команду, как Акапелла Экспресс, нужно петь так, чтобы перелетели в разные стороны. А они девочку перепели. Они пели лучше. Знаете, это не удивительно, их там столько, а Подольская одна. Ну вот, надо было, наверное, другую песню искать. Надежда Георгиевна, да, с большой радостью. Я про эффект цыганочки сейчас, наверное, вас не спрашиваю. Давайте не будем по поводу почему цыганочки. Девятка? Почему девятка? Наташа, молодец, замечательно. Я прекрасно понимаю, как трудно петь акапелла. Очень трудно, очень сложно. Особенно, когда стоит такая группа, с которой поют тебе аккомпанемент практически. В этом случае ты должна была петь соло ярко, со своими тембрами, которые у тебя есть. А ты их сейчас снивелировала до ансамбля. Ты влилась в ансамбль акапелла и получилась с певицей ансамбля. Мне не хватило тембральности именно твоей. Вот вам-то просто с вашей харизмой быть соло, Надежда Георгиевна. Даже в этом а жюри... у нее харизма не меньше. Где харизма? В том-то все и дело. У нее харизма не меньше. И нутра не меньше. Можно было это сделать. Все. Я присоединюсь к коллегам. Здесь, может быть, есть немножечко, чего мне не хватило для этой истории. Артистизма, немножечко хорошего женского кокетства, сексуальности и всего остального. Хотя, повторяю еще раз, это субъективная оценка, и это оценка Наташи относительно Наташи в других программах. Николай Носков относится к лагерю десяточников. Людей, которые поставили высшие баллы. Николай, означает ли ваша оценка, что вы нашли солистку Подольскую в ансамбле Акапелла Экспресс? Песня хорошая, она как бы понятная, все. Но когда ее поют девушки с такими формами, они работают на возбуждение. В мужчине каких-то определенных там тем. А то, что сделала Подольская, мне на самом деле по настроению... И вот как музыканту, мне вот это ближе, изложение. И вот оно было сделано очень ровненько, спокойненько, все было спето, все было как надо. Поэтому я... Надя, отстань. Это лобби. Поэтому я с великим удовольствием поставил 10. Поддержим Подольскую, ей нужна ваша энергия.